Привет, дорогие мои, с вами Дыга Лариса, и сегодняшнее мое видео – покупки. У меня уже было видео покупки, покупки о декоративной косметике. Я себя полюбила, я себе побаловала, пополнила косметичку по полной программе, получилось аж целое отдельное видео. Но это не все, потому что есть еще классные покупки и очень много подарков. Итак, начнем. Драйвик каталога – это фильтр. Фильтр-барьер. И взяла ли я его? Конечно же, взяла. Я пользуюсь такими фильтрами, и у меня на данный момент Брита. И я говорила, что как раз хотела обновить. А здесь вот еще и по такой спеццене. С фильтриком, видите, внутри. Ну, что я могу сказать? Фильтр – это то, что надо. Воду надо очищать, особенно если водопровод, как у нас, не очень-то. Да? Потому что бежит ржавая вода. И как раз, да, взяла такой вот фильтр. В продолжение по технике, для бытовой техники, скажем так, чуть-чуть раньше мне пришел подарок, но вот не показывала, это вот такой вот пресс для заваривания чая. Вы знаете, он меня удивил, им, кстати, можно еще и молочко взбивать, но молоко, кстати, еще не пробовала взбивать. Он меня удивил, потому что он вот добротный такой, я видела прессы и был у меня когда-то, но они такие какие-то были легенькие, хлипенькие, а этот такой прям тяжеленький, такой прям добротный, стоит на кухоньке, радует такой зеленым красивым цветом, еще сердечко, прелесть, очень понравился. Еще стаканчики, кстати, придут, но пока они в резерве, тоже в подарок по этой же акции, и вот такой вот чайник. Пузатенький, зелененький, электрический, ну, в общем, такая прелесть. За что эти подарки? Подарки эти за приглашение своих знакомых, за то, что не жадничаем. Ну, мы же в Орифлейм, нам здесь нравится. Но если жадничать и никому об этом не рассказывать, то тогда в этих акциях не участвуете. А если не жадничать и рассказывать, почему вам нравится в Орифлейм, то тогда вы в этих акциях участвуете. И вот, кстати, за эти же подарки, в продолжение, да, уже другая тема, пришел в подарок набор. В этот набор входит крем для тела, молоко и мед. И вот такое обалденное полотенце. Начну с полотенца, потому что оно просто меня... Оно сделано как пчелиные такие соты. И оно велюровое, девочки. Оно такое мягенькое, такое, такое приятное, белоснежное полотенце, бесподобное. И оно большое. Ну вот только ширина такая, да? Вот, посмотрите. Да, длина руки и вот аж докуда. И, соответственно, длинное оно. Это большое-большое полотенце. Вот, огромное просто. И в подарок, опять же, это, конечно, приятно. Ну, а теперь о креме, молоко и мед. У меня такой крем был много раз. Крем обалденный, за него можно рассказывать массу историй, но, наверное, основные такие вот вещи, которые отмечу в этом креме, он отбеливающим эффектом обладает. То есть, если вы его используете как крем для рук, ручки такие белые становятся, такие аристократические. Во-вторых, он обладает омолаживающим эффектом, что для тела в том числе немаловажно. А в-третьих, это афродизиак. Это значит, что вы намазались этим кремом, и ваш мужчина такой... Родная, ты сегодня необыкновенная, очаровательная, и он не подозревает, что мы вообще-то просто правильным кремом намазались. Вот, вот такой вот крем в составе молоко, в составе пчелиный мед, естественно, да, потрясающий аромат, мне он пахнет акацией. Крем шикарный, впитывается молниеносно, аромат долго держится, крем великолепный. Если вы еще никогда... Вообще, я не знаю, девочки, напишите внизу, кто пробовал этот крем и свои впечатления о креме. Мне кажется, нет на сегодняшний день женщин, которые бы его еще не попробовали. Но если есть, девочки, обратите внимание, крем для тела, это роскошный крем для тела. Классная вещь. И он в Орифлейм, боже мой, сколько я в Орифлейм, столько и он в Орифлейм. Более того, он был в Орифлейм, меня еще не было в Орифлейм. И его уже тогда любили, и любят, и любят, и любят, вот уже на протяжении сколько лет. Ну и да, вот я еще взяла вот такой тальк, но это я не покупала, это я взяла у девочки для того, чтобы вам показать, какой огромный объем, какая большая баночка. Я заметила, что те девочки, которые начали использовать тальки для тела, они их используют всегда.
кто их любит. Если есть лишний вес, да, и натираются между ножек, колготки там даже протираются, припудривают тальком, колготки не протираются, ноги не ничего там не натирается. Во-вторых, на лето хорошо вместо крема использовать после душа на сухую кожу. Нанесли его, распределили. И получается, когда тело потеет, да, липким становится, тальк впитывает, и вам комфортно, вам хорошо. И 100 грамм талька, это стандартная упаковочка, хватает на очень долго, а здесь 400. 400 – это почти полкилограмма талька, это, я не знаю, это хватит. И по цене, если сравнивать стоимость 100 грамм и 400, намного выгоднее покупать 400 миллилитров. Поэтому многие не обращают на это внимания, смотрят вроде, ой, дороговато тальк. Да, но здесь 400 миллилитров, и в пересчете на граммы выходит гораздо выгоднее. Поэтому обратите внимание, посмотрите, какая огромная банка, ляньте. Ну, от локтя, да, если мерить, вот. Вот, представляете? Это, и даже пальцы, вот, они даже не обхватывают. Класс. Так, крем для депиляции приобрела, это у нас новиночка. Мне понравилось здесь не только крем, мне понравилась здесь еще и лопаточка. Почему? Она такая удобная, и волоски, которые сразу не снимаются, есть волоски, нанесли кремчик, да, я его рекомендую 4 минуты держать, но не более 10, я держала где-то минут 8, у меня волоски не очень тонкие, ну, не могу сказать, что же прям грубые, жесткие, ну, такие средние, нормальные, обычные, скажем так. Вот, минут 8 я, наверное, держала, и когда я начала лопаткой снимать, некоторые прям легко снимались, а некоторые, знаете, как-то оставались. И я тогда лопаткой чуть-чуть сильнее придавливала вот именно на те волоски, и они раз, и такие снимаются. Поэтому лопатка мне понравилась тоже. Крем имеет интересный цвет. Яркий такой розовый и насыщенный аромат. Прям, знаете, такой цветочный. Вот класс сирени, да, но это не сирень. Но вот очень похоже на сирень. Есть еще есть такие цветы какие-то. Тоже вот они пахнут. Но вот типаж вот из той оперы, как сирень. Ну, может быть, я еще что-то узнаю о нем, когда познакомлюсь поближе при длительном использовании. Но депиляцию, крем для депиляции, депиляцию делает. И лопаточка очень удобная к нему, поэтому взяла. Для ног как бы меня не особо интересует этот продукт, а вот именно для зоны бикини очень даже, потому что впереди пляжный сезон, и, как правило, зона такая нежная, да, чуть-чуть сразу раздражение, особенно если сразу купальник одевать. А вот после таких вещей у меня обычно раздражения нет, поэтому, конечно же, взяла, тем более впереди лето. Это не все, потому что есть еще покупочки. Посмотрите, какие очки. Кстати, очки я взяла не себе, я одолжила, но они такие классные, такой фасон. Они мужские, это в мужской коллекции, но посмотрите, очень даже смотрится так. Знаете, для настоящих бизнес-вумен такие. Классные. Очень мягко смотреть через них, такой какой-то даже зеленоватый подтон. И они, конечно же, с SPF защитой от ультрафиолета, чтобы не разрушать сетчатку наших глазок. И поэтому, если вы любите своего мужчину, обязательно позаботьтесь, чтобы очки у него были качественные, чтобы глазки у него не портились, чтобы он с хорошим зрением был аж до 150 лет. Ну и если они вам нравятся тоже, то почему нет? Такие интересные очечки. Ну да. Для автомобиля у меня есть еще коврик. Вы знаете, у меня есть в автомобиле коврик такой противоскользящий. Мне его дарила Леночка. И вы знаете, каждый раз сажусь в автомобиль, ложу или документы, или телефон на коврик и вспоминаю Леночку. Классный подарок, я вам скажу, потому что этот человек каждый раз о вас будет вспоминать. Подарок идеальный просто. И я вам скажу, вот этот коврик отличается от моего, он прям вот липкий такой, знаете, то есть он будет очень хорошо держать, у меня резинка такая, да, и он держит, ну а этот вообще имеет резинку, какая-то другую текстуру имеет совершенно, прям такая липковатая, там уже телефон, знаете, будет держаться очень крепенько, прям да, понравилось. В тему автомобиля
держатель для очков, как им пользоваться. Выбираете, куда вы хотите подцепить этот очечник, ставите вот так, и очки расщелкнули, зажали, все, они у вас висят. Надо снять, на кнопочку нажали и сняли очечки. Классное решение. Почему? Потому что у меня очки первое время я их просто ложила в салон. И в результате они у меня царапались, там, ну, в общем, убивались очень быстро. Потом я их стала ложить в футляр. Но футляр, во-первых, если едешь в автомобиле и понимаешь, солнце выглянуло резко, и тебе надо взять, достать этот футляр, расстегнуть его, а ты в процессе вождения. Хорошо, если кто-то рядом сидит, а если нет, получается крайне неудобно. А здесь можно будет одной ручкой нажал, взял очечки. Ну, в общем, прям отличная идея для автолюбителей. И опять же, если у вас есть автолюбители, на подарок будет классно, но спешите. Я не знаю, так выпуск ограниченный, чтобы они, конечно, на складе были. Да, заказ ждала, потому что много декоративки, но я заказала новое руководство по продукции. Я обожаю такие вещи, всегда много чего интересного можно узнать и подобрать себе правильную вещь, исходя вот из рекомендаций, да, создателей. Поэтому новое руководство вышло, и у него код, если вы захотите себе заказать, 514439. Вот. Еще не читала, еще в предвкушении. По бизнес-классу и, соответственно, опять же, по акции Oriflame Plus, Oriflame Plus действует в Украине, я заказала два продукта за полцены, и это астаксантин, весна, укрепляем иммунитет. И обратите внимание, да, вот эту мы уже начали, она открытая, а вот это, они вот, вот так вот, видите, пломба такая стоит, чтобы воздух не попадал, в общем, все, что было как положено. Моя стандартная покупка – это wellness pack по подписке. И, да, пьем, нравятся витамины классного качества, они натуральные, из натуральных экстрактов, омега очищена от солей и тяжелых металлов, и астаксантин, ну, его пьет даже Мадонна, почему нет? Я тоже хочу быть молодой очень долго, поэтому пью, классная, хорошая вещь. По подписке мне пришло два супа, и в этот раз они мне пришли уже за гривну. Ну, этот гривна и этот гривна. С учетом того, что это не дешевый продукт, и мне нравится wellness подписка, это здоровски. Супики вкусные, можно сюда добавлять разные овощи свежие, что летом еще удобнее делать. Ну, в общем, да, есть такие вещи, позволяют контролировать аппетит, особенно вечером. Но это еще не все, потому что я оформила подписку новую на коктейль. Заказала ванильный. Кстати, обратите внимание, сейчас по подписке можно менять суп. Например, вы оформили подписку на томатный суп, и в этом же каталоге меняете сразу, допустим, на суп спаржа. Именно в этом меняете, а в следующем вы делаете заказ, и уже вам пробивается автоматически спаржа. Потому что если поменяете в следующем, то пробьется по-прежнему томатный, а уже аж в третий каталог пробьется спаржа. Поэтому будьте, будьте внимательны. И коктейль тоже можно менять. И у нас их аж три вкуса, поэтому вы можете первый взять ванильный, попробовать, второй взять клубничный, попробовать, потом шоколадный взять, попробовать, а четвертый в подарок выбрать тот, который вам понравился больше всего. Так что можно пробовать, выбирать, прям ванильно ваша слюнка побежала, хочется, соскучилась за ванильным вообще. И сейчас акция идет. При оформлении подписки wellness коктейль или wellness суп, и на определенную сумму там должно быть, вы можете взять за полцены батончики. Конечно, мы с дочкой взяли, нам батончики, я не знаю, нам надо много батончиков, потому что я заказ получила позавчера, и у нас осталось их только два, и их семь. В общем, вкусно, полезно, обожаем батончики. Еще и бодрят. Я если где-то шоколадку перекусила, то потом меня в сон кидает. А такую шоколадку перекусил, и такой бодрый становишься, и эта бодрость в течение длительного времени.
классный перекус, вот так вот где-то, что, ну, это очень удобно, очень вкусно и полезно. И ребенку в школу, опять же, полезно, потому что вы белок даете, а не садите ребенку поджелудочную какими-то конфетами или сладостями. Кстати, не по косметике, но узнала, что бутерброды со сливочным маслом лучше не... Если вы перекусываете бутербродом со сливочным маслом в сухомятку, то вы можете заработать себе гастрит. И если вы такие бутерброды ребенку в школу даете, то это тоже плохо. То есть если с чаем, с чем-то горячим или с супом, там, к примеру, такой же бутерброд, то хорошо. А вот если именно в сухомятку, то это приводит к гастритам. Поэтому будьте внимательны, потому что очень часто после школы дети приходят с гастритами. Очень часто, к сожалению, это происходит, может быть, из-за того, что мы не знаем, что правильно с собой дать, да, ну, кормят в школах по-разному, конечно. К wellness перейдем. И, соответственно, при заказе на определенную сумму с определенных страниц, а туда входит суп, туда входит коктейль, можно заказать, да, батончики туда же входят, можно заказать сумку, созданную в сотрудничестве wellness от Oriflame и Puma, за 200 гривен в Украине. Ну, для нас цена, естественно, ниже. Если вы еще не имеете свою карточку, девочки, внизу ссылочка. Если покупаете косметику, выгоднее покупать на свой регистрационный номер. Плюс вы всегда можете еще и денег заработать. Просто дополнительно или конкретно уже иметь, скажем так, свою собственную работу или свой собственный бизнес, тоже благодаря Oriflame. Но это если вам интересно и есть желание относиться к этому как к профессии. По поводу сумочки. Сумка потрясного качества. Вот такое дно. Плотное, и оно такое, какой-то специальный материал, потому что это и не кожзам, какое-то очень интересное что-то. Похожее на кожзам, но какой-то он... Что-то между... Знаете, надувные лодки такие бывают. Вот что-то чем-то вот напоминает мне. Вот посмотрите. И кожзам, и что-то прорезиненный кожзам какой-то. Я не знаю, что это за материал. Тоже здесь ткань очень интересная. Даже, гляньте, люблю, когда такие штучки вешают, как-то вот приятно. А здесь карманчик, вот здесь отделение для коврика, для йоги, необычно и классно, особенно если учесть, что я записалась на йогу. Так, внутри вот здесь тоже еще есть карманчик, вот он даже вот так вот отодвигается. И очень интересная внутренность, она вот такая тоже как прорезиненная, такая ткань, знаете, высокотехнологичная ткань современная. Ну и очень удобная вещь. У нас уже была когда-то в Oriflame. На торце вот такой карман для обуви, для переобувки. Опять же, очень удобно. Не надо переживать, что что-то вымажется, потому что здесь вот целый карман. Вот, видите? И получается, когда вы обувь свою ложите в этот карман, ну, очень удобно. Ну, или, в принципе, можно сюда положить мокрое полотенце или еще что-то. Да все, что угодно. То, что нужно, чтобы не смешивалось. Или бутерброд с салом. Спорт. Да здравствует спорт. Ой, не могу. Вот. Опять же, длинная ручка, она регулируется. И просто две ручки. Причем так интересно, они на кнопочке. Вот, видите, еще и кнопочка сверху. В общем, столько прибамбасов. Вот, знаете, настоящая такая сумка, где учтены все пожелания для спортсменов, для занимающихся фитнесом. И она, в общем-то, гляньте, не маленькая такая. Довольно большая. Вот если сравнивать вот по руке, гляньте, вы видите? Она большая, вместительная очень. Да. Ну и еще у меня есть кое-какие покупки. Конечно же, да, я не прошла мимо солнцезащитных средств. Кстати, если вы идете на пляж и у вас на лице крем даже с высоким фактором защиты, дневной, к примеру, все равно рекомендую брать специальный солнцезащитный для лица и обновлять. Почему? Потому что, как правило, когда мы на пляже, мы купаемся, вода попадает, мы потеем, и вообще много на пляже выходит с нас в жидкости. И
этот дневной крем, который мы нанесли, он просто смывается, и он уже не защищает нас так, как надо, и здравствуй пигментация. Поэтому обязательно для обновления покупались, обновили. Полежали, если вы не купаетесь, полежали на пляжике, там 2 часа, да, опять обновили. И взяла вот такой с SPF 30, очень интересный, спрей я уже брала, ну, по-моему, тут был 25. Очень удобно перед выходом на улицу. То есть не пляж, а вот именно на базар, куда-то на улицу. Особенно вот за рулем, да, у водителей, вы знаете, все время одна рука загоревшая такая, а вторая нет. Вот чтобы не сгорать, вот особенно вот первая сейчас, как солнце пойдет, потому что, ну это ж сразу, это сходу. А это опасно для кожи. Кстати, наша кожа помнит каждый ожог, и может запросто ожог, который был у вас там, я не знаю, 20 лет назад, 10 лет назад, вылезти в рак кожи, или в пигментацию, или в дополнительные родинки. Солнцезащитные нужны просто для здоровья, потому что сейчас солнце агрессивное, озоновый слой истончен, и да, надо защищаться, потому что раковых больных много, и с кожей в том числе, поэтому, девочки, обязательно и за детками своими смотрите, и за мужьями, потому что их, вот если мы, девочки, еще сами намажемся, то мужа, ребенка надо так, иди сюда, стой. Ну вот, кстати, для мужчин тоже очень хорошо, пока его будешь мазать, не, ну ему может понравиться, конечно, но в принципе они обычно бегут, спешат, у них дела, поэтому вот как раз прям, и он побежал, да, кстати, с ребенком надо мазать тоже. Так, ну и взяла долгожданную маску. Давно уже хотела. Масочка для восстановления, профессиональная коллекция. Самая сильная маска по восстановлению волос в каталогах Oriflame. Она восстанавливает мощнее всего волосы. Вот, поэтому, если есть такая потребность, сухость, повреждены, то обратите внимание на эту маску. Очень-очень хорошая. Я ее уже брала и периодически беру по потребностям. Так, ну и это не все, потому что есть у меня последняя покупка. А, да, при покупке 2 солнцезащитных вот такая бандана интересная. Это ткань. Вот такая. Она не обработанная, края ничего. Она стречевая, очень хорошо, кстати, сюда нет, а вот так стречевая. И к этой бандане идет целый ряд инструкций, как ее можно использовать. Я делала вот такую шапочку. Интересно так вообще. А ее надо вывернуть наизнанку. Перекрутить. На пляж, кстати, будет очень интересно. Можно и так, и эдак. Перекрутить и вот так вот вывернуть. И в результате у вас получается вот такая шапочка. И можно ее делать пополам, да, если вы сделаете. Она покороче будет такая, знаете, такая кепочка такая кругленькая, маленькая. А можно, кстати, и края завернуть при желании. А можно сделать ее, передвинуть вот этот изгиб на кончик. Тогда она будет вот здесь вот свисать. А можно просто как повязочку носить. Можно как шарфик одевать. В общем, вариантов масса. И она такая яркая, интересная. Ну, понравилась. Весной как шарфик. А летом можно, да, и как шапочку, и даже на руку можно завязывать, в общем, так, для красоты. В общем, интересная такая штучка. И еще одна из причин, почему я с таким трепетом и с нетерпением ждала этот заказ. Потому что я заказала пробник Divine's Idol, новинка, и код у него 31295, возьмите как раз для тестирования. Это, знаете, весь каталог будет следующий в тематику этой туалетной воды. И я смотрю, невеста, смотрю, аромат такой, и шипровые ноты. В общем, очень-очень заинтересовал и заинтриговал. Когда же я его протестировала, потому что ждала прям с таким, как же он пахнет, очень интересно. Я поняла, да. Действительно, аромат для невест, но... Вы знаете, я говорила, у нас есть аромат для невест, это аромат Эльви. Но когда вы наносите этот аромат, первые нотки идут такие, как пудровые и даже слегка, как древесные вроде бы. Но сразу же потом идет волна цветочная и заканчивается вот какие-то ноты, похожие на Эльви. Поэтому если вам нравится Эльви, то вам должна понравиться и Divine Idol.
вот одновременно и свежесть, знаете, и традиции. Свежесть, традиции, знаете, чистота вот такая, вот все как положено, все вот правильно, знаете. И в то же время что-то такое манящее и завораживающее, потому что мужчина, когда женится на женщине, женщина на него оказывает особо, то есть женщин много, но именно на этой он хочет жениться. Почему? Потому что он просто тонет в омуте ее глаз, в любви этой, он хочет там быть всегда. И вот что-то такое вот зачаровывающее, знаете, не кратковременная страсть, да, а вот как вот навсегда, знаете, вот такое манящее что-то есть. Интересный, очень интересный аромат, вот это вот, знаете, и свежесть, потому что невеста всегда вот белый такой, белый наряд, да, вот такой воздушный образ. И вот эти устои традиции, и вот это вот любовь навсегда. Классный-классный аромат, очень интересный. Я говорю, если Эльве нравится, то он вам тоже понравится. Ну и все, по покупкам все. Девочки, напишите, что приобрели вы, что понравилось вам. И благодарю, что были со мной. До следующих видео. Пока-пока.